Принимая благородное и почетное звание, в Ярославле 65 воспитанников кадетского колледжа произнесли торжественную клятву на верность родине. В одном строю девочки и мальчики 15-16 лет. Все ученики Ярославского кадетского колледжа. В нем ребята получают профессию автомеханика или пожарного. За вручением заветного документа и значка внимательно следят родители. Значимости кадетского направления подчеркнули представители областной власти. Да, безусловно, да, это в первую очередь патриотическое воспитание. Это даже не подготовка к армии, формирование некой гражданской позиции, нужности для общества, чем бы он ни занимался. Поэтому очень замечательное мероприятие. В дальнейшем будем поддерживать вот это вот направление.